Всем привет! И сегодня мы поговорим насчет моих домашних любимцев. Но их было слишком много, поэтому в одно видео они не вместятся. Итак, начнем мы с моего пса немецкой овчарки Рекс. Он с самого малолетства сидел на цепи. И если честно, я вообще не знала, как его взяли домой. Ведь меня еще тогда и в помине не было. Это была моя самая первая собака, с которой я познакомилась. Несмотря на его размер, он был очень добрый и любил играть со своим красным мячиком. И он решил один раз сорваться с цепи. Но цепь перетянулась, и он задохнулся, к сожалению. Его отвезли и похоронили, как говорится. Буся, это моя черная кошка. После этой трагедии я очень-очень сильно захотела себе кошечку. И просто-просто всех, абсолютно всех умоляла о кошечке. Мой брат – это первая жертва. И когда мы с мамой возвращались домой, мама сказала, что меня ждет подарок. Я, как ребенок, конечно же, обрадовалась. И дома ждала меня эта черная облачко. Мой брат, когда возвращался домой, на тот момент 8 класса, он увидел кошечку, которая мяукала. Но он думал, что это чья-то кошка. Но она все время мяукала и шла за ним по пятам. И он все-таки взял ее. Вот, кстати, ее фоточка. Чикса.